населення. Я Фред Гал, головний тренер Сталі Кам'янське. І його коментар сьогодні. Прошу, Роман. Так, спасибо. We were desperate to win this game. Розчаровані, не виграли гру. If we could start the second half of the competition, the table, if we could start the second half of the competition with 7 points out of 3. Якщо взяти увагу те, що початок другого круга із трьох ігор ми заробили 7 очков, maybe you get some confidence with that. Може бути, тоді появиться впевненість. Ahead are a few tough games. Перед нами впереди такі серйозні ігри. The top three, so it was important. Ігра з першої тройки нашого чемпіонату. Тому для нас було дуже важливо виграти цю ігру. Last week we could not hold a 1-0 against Dnipro. Ми не змогли зберегти результат 1-0 проти Дніпра. Very pity because 9 out of 3 would be very good. Дуже жаль, тому що 9 із 3 було б добре. And then I mean the results, of course, because today I was not satisfied. Тому що сьогоднішньою ігрою я взагалі не доволен. We started on a good way. Начали неплохо. The penalty, it's a goal. Заработали пенальти, забили. And then I saw the same mistake we make in the cup. И потом я увидел ту же самую ошибку, которую мы допустили в кубковой игре. We are going to defend it. Мы начали сохранять результат. Instead of attacking. Вместо того, чтобы атаковать. No physical contact anymore. Мы не вступали в борьбу. No making duels. Не выигрывали единоборств. And ball position, it was very bad. И очень плохое держание мяча. I mean, the controlling of the ball. Я имею в виду прием мяча даже. We have a few good players who are. У нас есть несколько хороших игроков. Very creative and. Которые очень созидательные. They have a good technique. Оснащены. I didn't saw that today. Сегодня я от этого у них не увидел. Today, I mean. The first half. Сегодня я имею в виду первый тайм. So in halftime, I was very angry about that because. В перерыве я очень был злым. We ask for problems. Потому что мы сами себе просим на проблемы, навязываем неприятности. And then the second half, it was the other way around. Во втором тайме все было наоборот. I was angry about the so many chances we had to make 4-5-0 game. На то, что мы не использовали моменты, которые создаем. Вместо того, чтобы закончить игру 5-0, and that мы ничего не забили. Чтобы уже сидеть на скамейке и смотреть with a cigar. And watch the game. But still we had, I was nervous about one mistake, you lose again. Потому что одна ошибка и опять потерял два очка. So with the 10 men, we created a lot of chances. Играя в большинстве, конечно, мы создали много моментов, это хорошо. That we didn't score 2-3 or 4-0, не забили, it's not good. 2-3-4-0, это очень плохо. On the other hand, I'm very happy with the 3 points. Но с другой стороны, я доволен тремя очками. We needed this. Это нам было необходимо. And 7 out of 3 is good. 7 из 3 – это хороший результат для нас. So watch out, Динамо Киев. Теперь готовимся к Динамо. Сайлес, ваше питание, коллеги. Прошу. We wish you to play the same as against Dynamo. I know. Да, we do. We will. Сделаем. We will see. Дякую. Ще питання? Спасибо. До свидания.